телеканал ОНТ завершает работу над уникальным проектом «Анатомия террора». В нескольких сериях документального фильма авторы пытаются разобраться в природе одного из самых страшных явлений, разрушающих мир. История башен-близнецов в Нью-Йорке, трагедия Нордоста в Москве, атака на редакцию французского журнала «Шарли Эбдо». Авторы фильма вспомнят самые громкие теракты 21 века. Журналисты побывали на местах атак, встречались с очевидцами, родственниками погибших и теми, кто посвятил жизнь борьбе с террором. Зачем люди становятся террористами? И почему само понятие, которое ассоциируется с агрессией и убийством, в последнее время ошибочно связывают с исламом? Ответы на эти и другие вопросы в первой серии цикла. Всегда надо оговориться, что согласно всем абсолютно, даже самым скептическим исследованиям этого рода, 80% мусульман мира к этому не причастны. И это отвергают. Это, ну, вот можем с вами говорить об этом, а будет стоять рядом человек из Индонезии, а он-то чего виноват? Наоборот, у них были очаги, они их погасили очень успешно. Говорят, самая крупная мусульманская страна – это Индонезия. Там этого нет вообще. И надо это подчеркнуть. Каждая серия фильма будет посвящена различным формам террора против людей, против системы, на религиозной почве. Как бороться с этим злом? Следите за телепрограммой «Анатомия террора» скоро на ОНТ.